Итак, срочные новости. МЧС экстренно обратилась к москвичам. В Москве 2 мая ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра 15-20 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении на сайте столичного ГУ МЧС. В ближайшие час-два с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении. МЧС рекомендует жителям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Также в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до 28 градусов по Цельсию. Также синоптики предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая, из-за сильного ветра и возможной грозы. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!